Так, итак, если вы, допустим, пришли с этой стороны или отсюда, соответственно, вот сюда выбегать, я почему и говорю, что когда я сижу вот там где-то на балкончике или еще там где-то что-то, то есть контролирую, я контролирую все вот эти вот вещи, поэтому ярко видно эту фигуру и очень красиво ее снайперскую можно снимать. Поэтому что я делаю? Я беру снайперскую, и вот давайте сейчас снова возьму пулеметик и вам покажу. И вот есть щель, видите? Щель вот между вот этой трубой и вот этим вот зданием, торца здания, да, углом здания, вот здесь вот маленькая такая щелка, вот она, вот видите вы ее. Поэтому я пытаюсь в эту щелку, как говорится, втиснуть свой прицел. Все, и вот я теперь вижу проем. Я теперь вижу проем, вот я встал. То есть, если сидя здесь, в принципе, не увидеть, нужно будет только отходить в сторону. Но это тоже, в принципе, тогда себя обнаруживать. Смысл в том, что вы должны, как говорится, вплотную подойти, тихонечко выставляясь. И сразу же вот этот проем взять на прицел, сразу же его. Потому что если вы в первую секунду, две или три, лучше не более двух, не взяли на прицел, не отработали, если кто-то там, все, вас снимут сразу же, потому что видно, как фигура на этом месте настраивается. Тут, если человек просто поставил прицел, уже ждет, когда кто-то подойдет. То есть я маленько тут по тактике боя еще раз как бы рассказываю. Вот, я сразу же бах, взял, отработал, все. То есть если пусто, теперь уже я жду, когда следующий подбегает. Следующий подбегает, ему нужна секунда-две, чтобы, как говорится, настроиться, осмотреться, если он это, и увидеть мой камуфляж, что я здесь. То есть пока он осматривается, я его отрабатываю. Вот, это вот здесь, потому что дальше куда-то выбегать, там уже себя обнаруживать. Вот таким образом. Вот, если присесть, вы этот проем уже не видите. То есть получается, стоя. Вот как бы такая еще здесь вот есть. Дальше, в принципе, конечно, можно, вот, я просто не буду здесь лазить, но вот можно здесь ползком пройти вот сюда, на эту сторону, ладно, сейчас вот, и тихонечко тоже там попробовать осмотреться, вот так вот, ну, если там кто-то стоит, вот видите, проемчик виден. Вот, проемчик виден. Если там кто-то стоит уже здесь или здесь со снайперской и контролирует это местечко, соответственно, он-то уже стоит на готове и смотрит. И очень четко будет видно, когда вы будете здесь ползать полностью. То есть, вашу фигуру будет видно. Но если здесь никого нет, и вы здесь уже притаились и ждете, тогда, в принципе, вы можете также отрабатывать отсюда. Ну, чем то место, вот где мы сейчас только что были, отличается от этого, тем, что там все-таки можно в сторону отбежать, быстренько раз метр, и вас уже, как говорится, не видно из-за здания. А здесь вы практически как на ладони. Ну, тем не менее, такое как бы местечко есть. Вот, дальше там уже смотрите, куда что вы можете, если удастся вам спрятаться за кустики, там, если камуфляж будет хороший, то хорошо. Вот, ну, по крайней мере, я здесь тоже редко находился, потому что сам знаю, что отсюда очень хорошо все контролируется. Когда они здесь начинают ползать, просто раз, два, три, четыре, пять, и вышел зайчик погулять. Бежим дальше.